Один из лучших советов по сохранению психического здоровья, который вы когда-либо услышите, гласит: если вам кажется, что вы всех ненавидите, поешьте. Если вам кажется, что все вас ненавидят, поспите. Если вам кажется, что вы ненавидите себя, примите душ. Если вы чувствуете, что застряли в прошлом, стройте планы на будущее. Это заставит вас вернуться в реальность. Если вы чувствуете себя неспокойно, отправляйтесь на длительную прогулку. Если вам хочется все бросить и сдаться, вспомните, как вы добивались успеха и как долго шли к этой цели. Один из лучших советов по сохранению психического здоровья, который вы когда-либо услышите, гласит: –